Я наконец здесь оказался, на ретрите, чтобы начать свой год с чистого листа. Это и привело тебя ко мне. Понимаешь, о чем я говорю? О матрице. Очутился на этой невероятной тусовке, где соединились музыка и практики, и абсолютно все трезвые. Это был вообще полностью разрыв шаблона. Самое крутое для меня – это сила духа и снятие ограничений в голове. Мы проходим по гвоздям, мы понимаем, что, в общем-то, нет этих ограничений, они просто слетают. Кроме того, кровоток, лимфоток, энерготок, состояние счастья, состояние чистой медитации. Как, Дима, это впечатление, как ощущение? Да, все верно. Давайте я вам покажу весь центр и познакомлю. Это Тихомир, мой младший сын. То есть тут смысл в том, чтобы настроиться на себя и уединиться, чтобы никто не мешал. Все, что касаемо дыхания, это очень ресурсно. И то, что Роман дает, это, конечно, составляющая база, с которой можно работать, энергодыхание. Вот, огромный ресурс для воплощения каких-либо вот этих вот мечт, намерений. Понятие «надышал» здесь не пустые слова, то есть действительно работает. Если мы работаем над состоянием, в какое мы хотим попасть, оно начинает происходить, но это на грани, не знаю, волшебства, не знаю, не хочу называть эзотерика, слишком избитая тема, да, или там заезженное слово. Но, как вы видите, многие сюда приезжают повторно, и у многих людей происходит то, что они загадывают. Как работает намерение? Вы дышите и в практике дыхания применяете эту технику намерения, оно у вас на семинаре закрепляется, ну, с погружением на уровне тела, на уровне опыта, и потом вы уже можете этим пользоваться сами. Реальнейшая атмосфера, люди прекрасные, добрые, отзывчивые. Видно, что как с каждым днем все становятся ближе и ближе друг к другу, вибрации возрастают. Спасибо большое Роману, самое главное, который все это организовал, благодаря которому это стало все возможным, благодаря этой бесконечной энергии. Когда ехала, прочитала только про Романа. Когда я вижу Рому, сидящего на стуле, и он говорит: я надышал себе Ольгу, я понимаю, вот она, Ольга прекрасная. Я чувствую между ними теплоту отношений. Ты понимаешь, что да, это действительно есть. А если бы приехал неудачник, одинокий, обозленный на весь мир, не знаю, обиженный, и сидел бы и так же говорил, доверие к такому человеку, мягко говоря, не очень. Ну а я все, я иду как глубокий старец, узривший вечное, прикоснувшийся к божественному. У тренера должно быть закрыты 3-4 важных темы, если это реальный тренер. Первое – это физиология, здоровье. Второе – это отношения, семья. Да? Третье – это финансы. И четвертое – это духовный план. Если какая-то сфера провалена, то ты не тренер, ты только идешь к этому.
Вот так жестко, так вот, вот по факту так есть. Прямо сейчас идет лекция по тому, что называется сейчас биохакинг. Ее ведет Никита Метелица, и мы сейчас туда пойдем. Ты же хотел, Дим, туда пойти, да? Садись, в общем, тут место для тебя есть. Я ехала целенаправленно, так как в первом ретрите у меня сбылось все, что я запланировала. Поэтому я приехала с новым пакетом желаний. Сама энергетика, все люди, которые сюда приехали, они заряжают свою энергетикой, хочется быть добрее, счастливее. Вот, за это я благодарна Оле и Роме, потому что они это все организовывают. И если кто-то очень сомневается, да, там, или думает, нужно или не нужно, это нужно. То есть если информация пришла, значит, вы готовы. Пришел час пуэра. Проектор. Запомните этот логотип, это бренд нашей вечеринки Biohacking Party. А дальше у нас будет очень много разных таких мероприятий в Москве. Все происходит на профессиональной технике. Зал 300 квадратных метров, 4 киловатта звука, 2 лазерные установки. Для того, что это все нужно для того, чтобы создать атмосферу. Приезжаю сюда, чтобы восстановить свое поле, чтобы перезарядиться, чтобы выстроить правильное, красивое намерение. Ну и реализовать его. Из материального у меня очень крутое есть намерение, которое действительно реализовалось, хоть и там не вмиг, прошел год, но это пришло. Я выстраивала картинку большого дома, где я буду жить со своей семьей, со всеми бабушками и дедушками. Это было большое белое пространство, очень красивое, открытое, возле природы. И, в общем-то, так пространство подстроилось, что буквально намерение оставила зимой 2015 года. И осенью 2015 года, даже меньше года прошло, у меня вот появился такой вот, собственно, дом. Надышала. Сейчас будет у нас необычная вечеринка. Это формат практики. Практика встроена в вечеринку. Называется Biohacking Party. Без наркотиков, без всякого алкоголя. Мы через собственное дыхание будем включать в себе определенные состояния сознания. Я буду вести сет 2.30, примерно так, да? Это силовая практика, и нужно будет активно двигаться и дышать. Когда пойдет энергия, у вас будет столько сил, что когда я буду выключать сеанс, вы будете недовольны. Вы будете хотеть еще, но нужно будет остановиться, потому что энергетика будет просто зашкаливать. Да. 29 декабря я был на рэве, и 7 часов подряд в этом стиле потанцевал. Я последний танц в поле был. Продышал. 7 часов подряд. Да, да, супер. Ну что, вопросы есть? Да пойдем уже. Погнали, все.